Приветствую вас. Я бы сказал, что ключевым моментом вашей проблематики, вашей вот такой ситуации является потребность в стабильности, потребность в семье, собственно, то, ради чего, так, я так понимаю, все это. И затевалось вот с мужчиной. Вот, соответственно, в этом направлении вам для начала это и имеет смысл поработать, да, то есть вот именно в этом направлении имеет смысл поработать вам в первую очередь. Дальше уже будет несколько более понятно, что происходит, да. Потребность в стабильности – это, как правило, потребность в защищенности определенной. Потребность в защищенности здесь – это не определенность личных границ своих, вот, то есть как бы это, ну, проблема вот с личными границами, вашими именно личными границами проблема, то есть такая вот, такое вот ощущение получается незащищенности. Вот, и, соответственно, как следствие, как результат, вот ваша потребность здесь в семье и, соответственно, склонность к тому, чтобы терпеть то, что вам не нравится, по сути дела. Вот. Терпеть то, что вам не по душе, терпеть человека, который не слишком-то сильно вам, вам подходит. Мне думается так, потому что, ну, у меня нет ощущения, что вы хотите сделать мужчину рядом с вами счастливым. А с другой стороны, есть еще один важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Это момент, что вы идеализировали в какой-то степени своего молодому человеку, вы его именно идеализируете. То есть вы его вот именно идеализировали изначально, то есть, ну, то есть не видели его таким, как он есть, вот. Не видели его недостатков, это своего тут говорит о том, что изначально речь идет о все-таки идеализации человека, да, не о любви и принятии, а именно об идеализации. Вот, идеализация — это по факту перенос на человека своих собственных желаний, своих собственных
потребностей своих собственных, эмоций, своих собственных, стремлений и так далее. Ну, так далее, все в этом направлении, примерно. Вот. Соответственно, те желания, которые у вас, ну, могут стоять за идеализацией, да? Вот, крайне желательно поисследовать для того, чтобы вам в какой степени было легче в этом разобраться, для того, чтобы вам в какой-то степени было легче себя понимать, вот, и, соответственно, для того, чтобы вы могли более целенаправленно, более примитивно реализовывать свои потребности, которые у вас есть, безусловно. А вот такой ответ я могу вам дать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. В заключение, вот то, что я сейчас забыл сказать, это то, что можно гармонизировать любые отношения. Вот. При желании вашем можно гармонизировать любые отношения. Вот. И изменить свою модель поведения таким образом, чтобы по факту все были довольны, вот. Но здесь многое зависит от вас, то есть от того, хочется вам этого или нет. Удачи вам, всего самого доброго.